всьому. Він був посвячений в служінні, милосердний. Він завжди говорив про історію про сиріт. Він завжди говорив з жалістю, завжди говорив таким серцем, що якби він міг допомогти, він з радістю там поміг. Співчутливий. Він як навіть комусь, йому Бог давав велику мудрість. Навіть комусь чи хтось неправильно щось скаже, чи служителів. Він любив дуже Слово Боже, він знав. Він ніколи не як хотів поправку зробити, він нього не було ніколи ту людину відчути, щоб та людина відчула вину. Він завжди говорив то з любові. Він сказав, братік, так краще було, так істинне слово говорить. В нього ніколи не було, щоб зробити людину винувати, хоча він знав, що то є правильно, він говорить. І саме більше, що це він мав страх Божий. Він дуже любив Господа, він дуже любив нас, він дуже за всіх молився. Він нас як інколи як нажив деякий час. Він сидить, він в кімнаті молиться завжди і всі, перечисляє всіх дітей, внуків. Він завжди з сокрушенним серцем переживав, що всі діти, внуки, що всі були спасені. І ще таку, він завжди мені сказав, Наталь, запам'ятай таку річ, хто не любить читати Слово Боже, той не любить Ісуса. І коли його не стало, я сильно це відчула. І я кожному з нас говорю з вас і для вас, будемо любити Слово Боже, так як на мій тато, так як ваш брат Ніл. Він по-справді його сильно-сильно любив, він жив ним. Нехай вас всіх Бог благословить. Амінь. Слава Богу. Ви знаєте, всі ми зібралися на це місце, щоб провести останній путь брата Ніла, нашого батька. Ви знаєте, дуже можна те, що чули вже багато, і ще будемо чути те, що настільки дійсно, щоб бути прикладом для своїх дітей, прикладом для окружаючих. Ви знаєте, це дуже важливо, коли Бог ложить в серце іменно людині те слово, яке записане в Слові Божому. І він завжди перебував в цьому слові. Як говорили діти, ще я раніше того і не знав, як Ігор розказував, і старші брати, старші сини розказували, як вони бачили, як їхній батько перебував в слові, як він навчався постійно. Ви знаєте, і коли я 20, вже майже 3-й рік, я приєднався до цієї родини через Наталю, яка говорила, моя дружина. Ви знаєте, на першу пору зразу мені такої якось показалося, що батько він такий строгий, він такий серйозний, і все, я думаю, як мені, можна сказати, буде прижитися з таким батьком, думаю, так я завжди, так виростав, коли в нашій сім'ї, я завжди хотів бути такий, як мій батько. О. І навіть коли я був малий, то я багато чому таке, щось робив таке, як він, тому що я бачив, що він робить, і я робив так, як він робить. Як був малий, не розуміючи, кажу, тату, чому ви робите все так, як я роблю? Він каже, як ти того не розумієш? Це ти робиш так, як я роблю. Тому що я тебе того вчив, я тебе того вчу і навчаю, і я то не розумію. Але знаєте, потім, коли проходили роки, і справді я потім сам замічав за собою, що знаєте, крок за кроком я багато чому як-то подражав або своєму батькові, коли мені було до 22 років. І навіть так, мій батько, він 20 чимось років він попрацював крановщиком. Він працював на колісному такому крані. І в свій час, коли я пішов вчитися, я також вивчився на крановщика. Закінчив 4 роки ліцея і трошки працював в Україні. І потім виїхав до Америки. Я женився, виїхав до Америки. І коли женився я навіть не знав, пізніше теж знав, що брат Ніл, батько мій, він є також крановщик. Він працював на такому, на сахарному заводі. І він робив на крані також. І думаю, як так цікаво, що батько мій і батько Ніл, другий мій батько, так багато чим вони похожі між собою. І далі я потім бачив, коли він завжди, як Наталя казала, завжди, кожний раз, кожний, коли ми бачив ми його, він завжди питав, чи ти читав Слово Боже? Як Наталя каже, що да, ми зранку я стою, завжди читаю Слово Боже, читаю главі, 2-3, коли як. А бувають такі моменти, що там чи запізнює, чи щось там стало таке, і думаю, вже все. І вже немає або часу, і що. Я вже так на ходу відкриваю Слово Боже, як Наталя, теж так, якби вона ніби теж робила так само, як я. Відкриваю 3 стиха, почитав, помолився і на ходу, і побіг там, чи на роботу, чи куди. Ви знаєте, це є дійсно те, що важливо, що коли ми будуємо наше серце, коли ми заповняємо Слово Боже,
Тому на цілий день у нас тоді виходить все хорошо, Бог благословляє, коли у нас є молитва, коли ми все робимо з молитвою, коли ми подражаємо тим людям і братям, сестрам, які дійсно вже пройшли чи проходять цю путь і пройшли, і вони дійсно вже з Богом. Ми знаємо, що де вони є. Зустрілися з Ісусом Христом, зустрілися зі своїм батьком. Ви знаєте, той момент, я згадую так, багато моментів, просто не хочу зараз багато говорити, тратити багато часу. Ви знаєте, це тільки два дні назад, і коли ми були в лікарні, я там з батьком, і треба було йому там і допомогти багато, що його, щоб фізично там чи перевернути, щоб йому якось удобніше було, тому що він так важко місця не міг знаходити. Я питаю, чи його щось болить, чи вас щось болить, батько? Каже, він каже, ні. І так йому просто що дуже вже на одному місці він завжди лежав. І то, що він довший час вже не їв, просто тривожило його внутрі, видно там щось біля серця в нього було це, що наповнялося якоюсь водою і легені, і потім доходило до серця. І коли він вже чекав цієї неділі, як би сказати, тому що я думав, що він чекає неділі, щоб то, що коли операцію буде робити. Але коли ми його запитали, чи він хоче, щоб ми, щоб операцію йому робили, цю, що там, ну, викачували те, що там цю воду, чи як там, цю процедуру, щоб робити. А він каже, ні, я не хочу цього. Я не хочу операції, я хочу додому, я хочу до Бога, до батька, я хочу додому. І ми потім зрозуміли, що в дійсності він так і не хотів. І по молитві його, як кажуть, Бог дав те, що практично за годину і трошки більше до операції Бог його забрав до себе. Просто він дихнув, і до останніх, як кажуть, моменту, до останніх, як кажуть, хвилин його життя, і він пам'ятав все при своєму розумі, мав хорошу пам'ять. І дуже багато Слова Божого, багато що говорив. Ми коли сиділи навіть в лікарні, ми говорили багато, общалися. І як він нагадував, він згадував ті всі кажуть, місця з Біблії і говорив, і цитував. Мені це було дуже так дивно, тому що в дійсності, що то вже роки, майже без 3 місяців, практично 85 років. Це, як Біблія каже, 60-70, це при нормальних, як кажу, силах. При більшій крепості, це вже від 70. Ви знаєте, прожити ще більше, майже 5 років ще більше, це є велике Боже благословіння в тому, щоб в житті його, і побачивши його дітей, як він навчав свою сім'ю, як він з дружиною прожив. Мені прийшлося мати такий, що разом ми, коли жили, ще мама була ще жива, і 15 років назад вона відійшла також у вічність. Знаєте, таким моментом було, що ми, ну, дуже так, як кажуть, я не знаю, так влився в цю сім'ю, і коли мама починала називати мене Тольчик. Я думаю, мені так дуже було приємно, що вона називала мене як свого самого такого, знаєте, маленького синочка. Мені так було приємно, хоч мені вже був зрослий, женатий, але вона віддала, як то кажуть, мені свою дочку, свою з любимих дочок, одна із молодших. Я радий в тому, що ми просто в дійсності можемо мати таких батьків, яким ми можемо подражати. Писано, що подражайте мені, як апостол Павло каже, як я Христу. Знаєте, пройшовши він свою дорогу, ми бачачи його життя, і ми дійсно в тому ми хочемо просто дійсності, так як в житті, щоб дійсності в нас так було, щоб ми так навчали своїх дітей. Ви знаєте, коли ми приїхали цю неділю тільки назад з нашими дітками з України, і він познайомився, хоча він вже знав раніше їх, вони приїжджали до нас в гості, і він так дуже переживав за них, хоче чи дівчат, щоб вони так все буде хорошо було, і завжди молився за них. Те, що я дякую Богу, дійсності, як я казав, кажу, батько, я дуже дякую, радий Богу, що він так переживав за те. Навіть той момент, коли це останні 2 дні, можна сказати, перед їх відходом додому, ну, дуже так дивно, цікаво, навіть питав за Беллу мене, як там Белла, скучає за мною, наша собачка. І він так переживав, що останні 2 дні перед відходом він знайшов 2 печенька і конфетку. І каже, передайте це Беллі. І він так переживав навіть за собаку, ту, яку він виходить до нас, він завжди з нею гуляв, проводив з нею час. Ви знаєте, це таке, тут приємно такі згадати такі моменти, що дійсно навіть таких тварин, він це любив. І вона його дуже сильно любила. Я дякую Богу, що ми можемо таке мати таких батьків, і дійсно, що ми можемо з ними, як то кажуть, навчатися від них, і так само ми можемо вчити своїх дітей. Вмій би нам Господь, щоб ми в дійсності були вірні завжди, як батько просив, щоб ми були завжди вірні Господу і служили йому до кінця свого життя. Амінь. Брат Ігор, пожалуйста. Слава нашему Господу. Действительно, не могу молчать сегодня, потому что дедушка, хотя, может, не покрови меня, но через мою жену, но очень много повлиял на мою жизнь и много вспоминал о нем часто.
И особенно, когда очень нуждался в совете. И я вспоминаю 10 лет назад, когда он был у нас на свадьбе, когда он говорил, когда он свидетельствовал за свою жизнь, меня очень коснулись те слова. Я не могу просто тех слов забыть, как он говорил. Много я забыл с того дня, но те слова, которые дедушка говорил, они мне просто запали в сердце. И как он жил своей женой, как ее жизнь проходила, это свидетельство было для меня. Я очень тогда нуждался в эти первые дни, как нужно жить, как жить с женой. Знаете, те слова, которые он сказал, этот день просто вспоминаю. Нужно ценить, как нужно просто дорожить друг другом, чтобы не ссориться в жизни, чтобы всегда было. Я помню, договорились с женой, чтобы нам жить так, как дедушка жил, чтобы у нас не было проблем в жизни, чтобы мы постоянно любили друг друга, чтобы никакие проблемы не могли нас разлучать. Также, как уже много было сказано, я его называл просто ходячей Библией. Для меня он просто большим был примером и остался. Каждый раз, когда встречался с ним, он всегда говорил о Библии. Он спрашивал вопросы по Библии, как я понимаю. Он спрашивал, что я читал, что я взял для себя. И действительно, этих много тетрадей, которых он написал, моего сына, она есть. Знаете, я потерял своих дедушек, бабушек очень в раннем возрасте. Я ценил, имея дедушку Нила, то, что это была как бы последняя надежда. Кстати, цените своих дедушек, бабушек, родителей, потому что мы не знаем, сколько мы будем их иметь. Я очень рад, что Господь продержал его на этой земле, что мои детки не имели прадедушку, который много повлиял на них тоже. Они любили общаться с ним. Хотелось бы, дорогие друзья, чтобы нам подражать, чтобы нам читать Слово, чтобы нам молиться, чтобы нам, знаете, не быть просто номинальными христианами, как много этого в последнее время. Хотелось бы последовать таким мужам, которые прожили жизнь, которые вошли туда, в небо, куда каждый из нас, я думаю, стремится. Пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь. Брат Андрей, пожалуйста. Дорогие друзья, братья и сестры, я вас всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Я благодарный всем, кто пришел разделить с нами нашу скорбь. Пусть вас Господь рясно благословит, и чтобы это время, слушая эти свидетельства, вы могли что-то взять в свое сердце, могли что-то переоценить, и чтобы какие-то решения сделать для своей жизни. Этот дедушка Нил, он был моим дедом. Я очень любил вообще, в общем, топтать как бы пороги стариков и особенно моего деда. Вы знаете, я не раз слушал от моей мамы, от дедушки Нила, братьев и сестер, свидетельства даже от самого деда Нила. И я знаю, что он проходил в своей жизни много трудностей. Он проходил в своей жизни много испытаний. И особенно в то время, которое он жил, было нелегкое для христиан. И когда он уверовал, когда он познал Иисуса Христа, я увидел, что его захватила Библия. Он был просто пропитан Библией. Он с этой книгой, можно сказать, не расставался. И вот, слушая свидетельства его детей, вы знаете, оно так и есть. Он с Библией не расставался. И мне вспомнился стих из
Священного Писания, где апостол Павел давал наставление молодому Тимофею, он говорил: «Вникай в себя и в учения, и занимайся сим постоянно, и делая так, спасешь себя и слушающих тебя». То, что дед, он уверовал в Иисуса, то, что он серьезно отнесся к Его Слову, и, знаете, Слово Господа, оно стало его жизнью, Иисус стал жизнью его жизни, и это произвело очень сильный отпечаток на его детей. И его дети, они смогли также и передать на своих детей. Я, знаете, я рос, я много имел возможности проводить времени с моим дедом, и я проводил, особенно когда еще был неженатый, и всегда вот еду к деду, тоже, ну, подготовиться надо, будет спрашивать, читал сегодня Библию или ты не читал, ты сегодня кушал или не кушал, ну, я кушал, а Библию ты читал сегодня? И знаете, он этим как бы, знаете, зажигал, он как бы такой ставил экзамен, и каждый раз я знаю, что он к нам приедет, если ему попадусь на глаза, то он меня позовет. Знаете, и тоже это спросит. И я благодарный Богу, что, видя на его жизнь, видя на его отношения, серьезные отношения к Слову Божьему, не поверхностном таком, знаете, не таком, чтобы, как я тогда, вот чтобы отметиться, чтобы как бы, ну, чтобы успокоить свою совесть вечером, что я почитал все так и сегодня, вот какой я, вот, но чтобы мы серьезно в нашей жизни, каждый из нас отнеслись, насколько мы сегодня вникаем в Слово Божье. Для деда это Слово Божье, это было центром жизни. И мы знаем, что он ушел туда к своему Господу, которого он так сильно любил. Братья и сестры, придет и наше время, и мы тоже перейдем за эту черту, за этот порог вечности. Братья и сестры, и для нас сегодня есть возможность взять даже пример, тоже смотря, слушая эти свидетельства, знаете, переоценить свою жизнь, переоценить свои стремления, куда мы стремимся, гоняясь за земным хламом, чтобы мы не забыли Бога, чтобы мы не забыли нашего Господа, нашего Спасителя, который, он, я знаю, он неоднократно поддерживал, неоднократно выходил ему навстречу, и я тоже познал моего Иисуса Христа. Я знаю, что я с ним встречусь, я знаю, что у нас будет вечность вместе с ним на небе через и в Иисусе Христе. Братья и сестры, пусть Тот, кто даровал нам жизнь, даровал нам спасение, пусть Его Слово, пусть оно будет всегда в нашем сердце, пусть мы всегда находим время для молитвы, для уединения, чтобы мы могли проводить Его в нашей жизни много времени со Словом Божьим. И пусть Бог благословит. И еще одно место хочу прочитать, Откровение 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Аминь». Я всех приветствую. И хочу от себя и от своей семьи, от всех передать вам соболезнования. Вот. И молимся о вас, чтобы Бог утешал вас своим утешением. Последняя встреча с братом Нилом Ивановичем, это было в четверг, я приехал в госпиталь. И мы остались одни, беседовали с ним. И два вопроса мы говорили. Первый он сказал, что говорит: я теперь, проходя вот эту болезнь, проходя боли, бессонные ночи, говорит, я оценил больше и больше книгу Иова. Он поделился со мной этим. Но я смотрел на него, я увидел спокойствие. Спокойствие. Знаете, как написано, Давид говорит: только в Боге успокаивается душа моя. И мы не знали, и он не знал, что буквально несколько дней, и в воскресенье, рано утром он отойдет к Господу. Я вам скажу, так умирают праведники. Слава Господу. И не случайно воскресенье.
даже в своей смерти показал день воскресный, слава Богу, что будет воскресение из мертвых. И второе, мы говорили, он рассказывал о случае жизни, об омовении ног. Я помню, мы с ним в дискуссии, я даже никогда так как-то не рассуждал раньше, но в дискуссии я сказал: смотрите, Нил Иванович, Христос омыл всем 12 ученикам. Я сказал: а вы друг другу. Иисус омыл всем 12. И он говорит: да, вот. Как-то иногда мы не обращаем на это внимания. Вот такая у нас была, ну, дискуссия такое. И я заметил, вот сегодня родственники, которые говорили, что красной нитью через его жизнь это проходит любовь к Библии. Не просто любовь, он читал Слово Божие. Поэтому это Слово Божие давало ему мир, давало ему надежду, вечную жизнь. Слава Богу! Я хочу поделиться Словом Божьим, и после мы будем иметь возможность участвовать материально, поддержать не только словом, но и делом, потому что мы все понимаем, что это расходы, мы будем иметь материальный сбор. И когда вы будете класть, если у вас открыточки есть или финансы, если вы чек выпишете, пишите кэш просто. И мы все, открыточки открывать не будем, если там деньги, мы все отдадим родственникам. Но прежде я хочу напомнить одно место Писания, это Евангелие от Марка, 9 глава, где Иисус, начиная со 2 стиха, по прошествии дней 6, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, то есть не всех, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явились им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он, то есть Иисус, велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга: что значит воскреснуть из мертвых? Вот в тот момент ученики, видя жизнь Иисуса Христа, его служение, и когда он говорил о страданиях, и особенно о воскресении, у них были вопросы: а что это значит воскреснуть из мертвых? Прошло некоторое время, и они увидели, что это значит, когда Иисус Христос, первенец, как написано, из умерших, воскрес из мертвых и явился им. Слава Господу! Но в тот момент для них это было загадкой. И вот когда они были там на горе, как мы называем гора Преображения, она высокая, то там пришло Божье присутствие. Другими словами, небо спустилось на землю. И когда небо спустилось на землю, даже Моисей и Илья были там. Петр говорит: хорошо, хорошо нам быть здесь. Не надо уходить отсюда. Не надо спускаться туда, в долину. Давай сделаем здесь три кущи, и мы будем жить здесь, потому что это весьма, весьма хорошо. И это действительно так. Облако осенило.
Я вспоминаю одного брата, который рассказывал, когда это старец был, когда в его комнату вошел Иисус Христос. И когда он вошел в его комнату, говорит, облако, вот подобно здесь, оно вошло в комнату. И он стал от радости плакать. Вы знаете, слезы радости. Другие слезы. Я смотрел на него. Ему было за 80 лет. И он сказал, он взял меня за руку. Мы беседовали целый день. Он сказал, Николай, и если на небесах так, и если на небесах так, то даже секунды не стоит переживать ни о чем. Божье присутствие пришло. Аллилуйя. Если там на горе было так прекрасно, то как же там, где Иисус уже во славе? И туда пошел наш дорогой брат Нил Иванович. Слава Господу! И если бы была возможность спросить его, а как там? Как ты переживаешь? Я вам хочу сказать на основании Писания. Весьма, весьма хорошо. Аллилуйя. Все те, которые входят в Божье присутствие, в небеса, это несравненно, как Павел говорит, лучше. Даже не с чем сравнить на земле, дорогие братья и сестры, родственники. Сравнить не с чем то, что там на небесах для нас приготовлено. Многие говорят, а что мы там будем делать? А что там? От одного присутствия, когда оно является... Ангелы, херувимы говорят, свят, свят Господь Саваоф. Потому что Божье присутствие в новом ракурсе, оно касается их. И они переживают невыразимую радость. Слава Господу! Это ожидает всех, братья и сестры, кто последовал за Иисусом. Не все в тот момент пережили, не все апостолы пережили. Но пришел в их жизни момент, они все прошли через страдания. И они вошли в радость Господина своего. Слава Богу. Я вам хочу сказать, конечно, мы переживаем. Для вас это утрата. Папа, дедушка, брат, родственник. Я помню, когда умер мой дедушка, который был бы духовным наставником, как я слышал, сегодня вы говорили. И мне сказали по телефону, что твой дедушка умер. Я не мог поверить в это. Хотя ему было уже тоже, 74 года. Я не мог поверить. Я говорю, не может быть того. Я говорю ему искренне, да не может такого быть, чтобы мой дедушка умер. Вот так нам, родственникам, порой трудно даже согласиться с этим. Но это реальность. И мы приходим на эту землю, и мы уходим с этой земли. Конечно, нам здесь печально. Я помню, я очень плакал, потому что многое, вот как вы говорите, за вашего папу, за вашего дедушку. Мой дедушка сделал очень много в жизни. Он много молился, и наша семья, все мы получили спасение благодаря его. Он сидел в тюрьме за Господа 16 лет, но Бог верен. Он спас всех его родственников. Аллилуйя! И вы сегодня спасенные. И мы смотрим. Мы смотрим на плод его веры. Слава Богу. И я помню, когда мы улетали в Америку, мы не знали, что здесь будет. Я никогда за границей не был. Ну, по Советскому Союзу ездил, летал. И вот первые едем. 89-й год. Я помню, когда мы в Шереметьево в аэропорте там проходили, и так нас там долго держали, до самого последнего момента. И мы там среди евреев, которые вот тоже проходили, их там всячески смотрели вещи. А нас пришли провожать наши родственники, которые сегодня здесь с нами сидят. Вот. И пришли провожать наши друзья из церкви, потому что мы любили друг друга. И вот я помню, мы когда прошли уже, стоим мы уже, за чертой. Вот стоим за чертой. А там наши родственники, моя мама, которая здесь, вот там сидит. Ты помнишь, да? Вот. И они так горько плачут. Горько слезы текут, и они плачут. И братья, друзья плачут.
И я смотрю и своей жене говорю: смотри, Лилия, это наши похороны. Вот смотри, мы тут радуемся, а они переживают, плачут, потому что никто не знал тогда, а что будет дальше. Увидят они нас, не увидят. Помните, железный занавес, да? Что это такое? И мы уехали сюда. И когда мы, помню, приехали, нам так интересно было. Ну, благословение такое началось в Европе, в Америке здесь. Прошло один год. Приезжают в гости, а потом все и друзья, и не один раз, и мы туда. Понимаете, так и сейчас. Мы провожаем последний путь нашего брата, который уже у Господа. Но он радуется там. Мы скорбим, а он радуется, слава Богу. Потому что там это не вот на горе, не то, что какое-то время, а это постоянно, вечно с Господом Иисусом Христом. Слава Господу! Давайте скажем, слава Господу! Аллилуйя! И для них это был вопрос, для учеников, когда они спускались с горы: а что это значит воскреснуть из мертвых? И сегодня мы с вами уже не задаем такие вопросы, правда же, мы верующие. Мы знаем, что это воскреснуть из мертвых. И последнее место я хотел прочитать, это первое послание Коринфянам, 15 глава, начиная с 22 стиха. Как в Адаме все умирают. Слышите, все умирают. Написано, положено людям однажды умереть. Все в Адаме умирают. Так во Христе сколько живут? Все живут, слава Богу. И Нил Иванович живет. И те, которые уже там, все до одного, чьи имена записаны в книгу жизни, они оживут. Это наша надежда. Это наше утешение, данное самим Господом. Аллилуйя. И апостол Павел был на небе, и он говорит: я хочу прийти туда, потому что это несравненно лучше, как я говорил. И дальше. Каждый в своем порядке. У Бога порядок есть. Порядок, когда родиться, воспитаться, начать жить, жениться и так далее. У Бога есть все в порядке. У Него свой порядок для каждого из нас. Когда мы нарушаем этот порядок, вот тогда, как американцы говорят, mess. Но если мы идем по Слову Божьему, в нашей жизни будет божественный порядок. Слава Господу! И вот написано, каждый в своем порядке. И воскресение, о котором говорили ученики, что значит воскресение? Есть свой порядок. Первенец Христос, потом Христовы пришествие Его, а затем конец. Аллилуйя! Мы можем сказать аллилуйя. Для некоторых конец. Это что такое? А мы говорим аллилуйя, потому что это не конец. Здесь на земле конец, но это в вечности, в великой вечности, данной нам Отцом. Вот то, что переживали ученики, мы будем переживать в обильной мере. Сколько лет? А? Вечно. Слава Господу. Поэтому будем благодарить Бога, что Нил Иванович, он был хорошим братом. Он был степенным братом, рассудительным братом, любящим Господа, любящим Слово Божие. Мне нравилось с ним встречаться. Он читал и духовную литературу, и газеты все передавал. Вот моя мама тоже передавала газеты ей. Потом они обсуждали с другими, с Николаем Алексеевичем, с другими братьями. Он любил беседовать, спрашивать, а как этот вопрос, а как тот вопрос. Потому что он поистине был учеником Иисуса Христа. Будьте и вы, дорогие родственники, учениками Иисуса Христа. Он оставил для вас, как говорят по-украински, хороший приклад. Братья мои, да. Хороший приклад. Слава Богу. Пусть он будет в вашем сердце. Потому что написано, взирайте куда? На кончину. Вот это, куда мы взираем. На финишную линию. Взирайте на кончину ихней жизни, ихней вере. Вот сегодня наш брат показал пример. Прожив долгую, благословенную жизнь, можно взирать на него.
можно смотреть своей уже в годах. Он был степенным человеком, исполненным верой. Будьте благословенны. Сейчас я попрошу брата Сергея, он будет вести нас в пение, в общем пение, да, и мы поучаствуем в материальном служении, поддержим эту нужду, которая есть сегодня. Написано: плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. На земле все, и свадьбы, и похороны, это часть этой жизни, и рождение детей. Поэтому пусть Господь благословит по расположению сердца. Если у вас открыточка есть, дайте. Но, как мы сказали, что мы все это передадим родным. Давайте, мы уставшие, мы попросим Ашера. Посидите минутку. Я еще хочу засвидетельствовать, одно свидетельство сказать для вас. Сейчас, Сережа, одну секундочку. И после этого продолжат уже еще тоже родственники, скажут, мы уже будем подходить к концу. Вы знаете, я недолго, 7 лет, как переехал сюда, только познакомился с братом Нилом. И хочу такое свидетельство сказать. Действительно, он, по моему таким наблюдению, он трости надломленной, вы знаете, не надломал и льна курящего не угостил. Зачастую я за себя хочу сказать, зачастую я хочу что-то доказать, что-то показать, либо получается кому-то какое-то письмо дать, знаете, о чем-то. Я был раз в церкви, где сейчас брат Александр пастырем здесь рядом, и там было преломление. И подошел ко мне, я, в принципе, к моему стыду, конечно, не умывал пару раз за свою жизнь, только умывал ноги. И подошел ко мне брат Нил. Брат Нил подошел ко мне, я остался, конечно, в зале, и он подошел и говорит: брат Сергей, ты не будешь против, если я тебе ноги умою? Я так удивился, думаю, брат уже пошел туда, тут возвратился, и говорит: не будешь ли против? Я говорю: нет, брат Нил, конечно, пойду, это с вами. Я пошел с ним, он умыл мне ноги, я ему, и вы знаете, и Дух Божий нас наполнил, и мы пережили там, в той молитве, там, когда умыли друг другу ноги, мы пережили его Божье присутствие, знаете. Я увидел ту любовь, что он действительно, я в его глазах, в его жизни увидел, что он трость Иисуса Христа увидел в его жизни, в его глазах, в этом примере. И вот это за пару дней, вы знаете, как-то жена, и меня Дух Божий побуждал, говорит: ходи брату Нилу в больницу, я покаюсь перед вами, родственники, я уже перед Богом каялся. И такое желание было, нарастало это желание, вы знаете, и пришла суббота, я говорю: ну, может, сегодня, она говорит: я уезжаю сейчас. Ну, я засуетился в суете, там, то траву, то это, и так пришел вечер, а утром мне весь приходит. СМС приходит. Я уже тогда: Господи, говорю, прости, ты меня целую субботу побуждал посетить брата, а я не смог. Тот, который мне был хорошим примером, 7 лет здесь я в Флориде, и он был мне примером. Когда я не встречался, с ним беседовал о Боге, он всегда затрагивал какую-то тему, но он никогда не доказывал. Вы знаете, я знаю его дочерей, его некоторых приемных сыновей. И вы знаете, с этой семьи действительно его плоды, которые он сеял, читать Слово Божье, заметны. Когда ты общаешься с родственниками, сразу замечаешь, что это плоды брата Нила. Он их побуждал читать Слово Божье. Есть о чем поговорить. Мы не говорим ни о чем. Мы говорим о Слове Божьем, о Иисусе Христе говорим. Пусть Бог благословит и нас подражать, да, подражать такому брату. Пусть Бог благословит. Давайте встанем и прославим нашего Господа. На небе мой отцовский дом, хочу домой к Иисусу. Там, где радость и пора.
присаживайтесь. Мы сейчас посмотрим небольшой клип о жизни Нила Ивановича. Можно свет чуть-чуть. В мире много стихов и песен посвящается матерям, тем, кто множество зим и весен отдает в этой жизни нам. Но ведь есть еще очень важный, дорогой для нас человек, кто участвует в жизни нашей, его имя простое — Отец. Он идет с нами в жизни рядом, охраняя наш сон и покой, придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов к нам на помощь прийти, чтоб, используя свой опыт жизни, от ошибок детей защитить. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Посидели, и морщинки легли на лицо, но все так же ты сильный и смелый, остаешься мне нужным отцом. И все та же уверенность взгляда придает мне стабильность везде. Знать, что папа есть в жизни рядом, это знать будет помощь в беде. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя, и хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Ты жизненный груз порою несешь на своих плечах, сильной своей рукою ты держишь родной очаг. Ты жизненный груз порою несешь на своих плечах, и сильной своей рукою ты держишь родной очаг. Спасибо за то, что с нами твой папа усталый взгляд, за то, что уходишь рано, чтоб хлеба кусок нам дать. И ты не жалеешь силы, но чувствуешь, тем болит. Спасибо тебе, мой милый, ты мне и опора, и щит. И ты не жалеешь силы, но чувствуешь, тебе болит. Спасибо тебе, мой милый, ты мне.
щит. Спасибо за все молитвы, за мудрый всегда совет. Ты в жизни на море битвы найдешь на вопрос ответ. Я знаю, твоя дорога, мой папочка, нелегка. Ты сил попроси у Бога. В мире много стихов и песен посвящается матерям, тем, кто множество зим и весен отдает в этой жизни нам. Но ведь есть еще очень важный, дорогой для нас человек, кто участвует в жизни нашей, его имя простое — Отец. Дорогие внуки, живущие на Украине, в Америке и в Канаде. Я вас всех щиросердечно приветствую в моих 84 года. И желаю вам всего доброго от Господа, телесно и духовно. Желаю, чтобы вы были охранены Господом в день и в ночь. Коли идете и едете на машинах, тільки старайтеся, чтобы жить свято и справедливо, выполнять заповедь Господні. Я хотів би вас бачити, но певне, мабуть, на землі ми ще не побачимося, а в Небесному Царстві, коли ми дочекаємо приходу Господа Ісуса Христа і візьме нас до себе, коли ми будемо жити свято і справедливо, старатися, тоді вже побачимося. І не тільки з дідушкою, а побачитися і з бабушкою Анею. Люблю тебя, і хоч часто не могу это слух сказать, все же очень твердо знаю, что на свете без отца нелегко. А теперь мы попросим родственников всех, они хотят спеть вот в память Нила Ивановича, во славу Господа. Мы выслушаем ваше пение, пожалуйста. Thank you.
Я попрошу Павла еще. Богом, брати і сестри. Знаєте, які були останні слова Данила Івановича? Останні минути, коли ми тримали ту маску. І питалися, Таня питається, ну, чи тобі окей, чи зняти. Вона йому сильно давала оксиджен, ну, пампувала. І останні слова він сказав, і питалися, чи тобі робити реанімацію, туди трубки ставити. Він сказав, до Ісуса. Ми співали пісню. Останні були його слова. Батька Ніла я знав давно, тому що я вріс в цій церкві, де він був дяконом. А персонально, як батька його знав, коли Таню женився 8 років назад, він весь час з нами проживав. Знаєте, це, що говорили діти, це так воно це є. Він дуже любив Ісуса, читав багато Слово Боже постійно. Коли не читав, то співав тоді на дивані. Спілкувався зі мною багато. Після собрання розсуждав. Багато собі з його характеру взяв. Сам почав більше читати. Ніколи він за цим матеріальним не гонявся. Ніколи не говорив про гроші. Був задоволений всі. Такі елементарні речі. Наприклад, в піші навіть взяти. От, наприклад, Таня питається, тато, будеш те, і тобі те, давай зроблю те. Він каже, я просто сіренку їм. Не можу говорити. Амінь. Зараз я попрошу майорного брата Бориса Петровича, він скаже. Брати і сестри, скажемо слава Господу. Час дорогоцінний, час біжить, і можна багато говорити. Його мама і моя мама – то були рідні сестри. Моя мама, його мама скорше відійшла, моя 5 років тому. Різниця в мене з моїм братом Нілом 17 років. Він з 35-го року, я з 52-го. І всі ми знаємо Слово Боже, що нам говорить. 70 років при більшій силі 80. Ой, я сейчас только посмотрел, вспомнил, что надо по-русски, да? Хорошо, перехожу по-русски. Не обязательно, мне здесь сказали, что есть сыновья, по-украински не понимают. Там мы находим эту молитву Моисея, где он говорит, 70 лет при большей крепости, 80, все верующие знают, лучшая пора труд и болеть. И дальше у него просьба. Научи нас так исчислять дни жизни нашей, что приобрести, что сердце мудрое. Привожу пример из Писания, вы также знаете. Это человек, который исполнил первую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем сердцем и всем разумением, всем сердцем, всей душою. И за то, что написано, возлюбил Соломон Господа, и только не только возлюбил, но и почтил Господа. Написано, много принес жертв. И вот Бог ночью является. И помните, Бог спрашивает, проси, что ты хочешь. Это не человек, братья и сестры. Бог спрашивает у Соломона, проси, что ты хочешь. И, конечно, Соломон, все мы знаем, что попросил. Мудрости. Говорит, я не знаю, как управлять этим многочисленным народом, а ты отцу Давиду моему обещал, что сядет наследник и будет управлять. Даруй мне мудрость. И Бог говорит, за то, что ты не просил что? Богатство, долгих лет жизни и еще что?
душ врагов твоих. А что, были враги у Соломона? Были конкуренты, которые не давали ему спокойно жить. Мы спешим, наша жизнь коротка. И апостол Павел очень прекрасно говорит в своем писании. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Ибо что только человек посеет, то что и пожнет. Сеющий в плоть от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. А как это понять? И вот предыдущая глава, он разъясняет о качестве, о характере каждого человека, который живет плотской жизнью. Там идет большой перечень. Но мы привыкли знать и слышать что? О больших грехах. Убийца, правда, прелюбодей, сквернослов. А он пишет, и те, что ссорятся, и те, что завидуют, и те, что имеют гнев, он говорит, Царство Божье не наследует. Ну, казалось бы, мы говорим, пьяницы, убийцы, прелюбодеи – это действительно грешник. А он пишет, вот наш нрав, наш характер. И почему апостол Яков прекрасно тоже говорит, что всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно на что? На гнев. А почему? Он разъясняет. Ибо гнев не творит правды Божьей. Не творит правды Божьей. И также мы знаем все. Я только еще один пример приведу. Знаете, почему вы все благословенны? Ну, зачитывали 53 внука, да? 8 детей. А ведь дедушка остался наполовину сиротой, мой брат Нил. В 2 года. Он родился в 35-м, в 37-м пришли представители НКВД вооруженные, арестовали отца, и он рос наполовину сирот. И привожу вам пример. Забегая немножко наперед. Бог, помните, что сказал Аврааму? Благословляющих тебя что? Благословлю, а проклинающих тебя прокляну. И вот когда началась Вторая мировая война, в 41-м году проезжала подвода селом, это уже мне мама рассказывала, и тетя София, баба ваша, и сбросили мальчика, года 4. И он страшно кричал, подвода полетела, лошади поскакали, погонщик их погнал. А мальчик кричит, папка, 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 папка. И остановился возле нашего дома, возле дома моей мамы, бабы вашей. Их было 4 сестры. Одна из сестер уже была замужем, а еще младшая Аня была. И вышла София с мамой моей. Ну, моей маме, если она с 26-го, ей было 10 лет в 41-м. Или сколько? Неправильно. 15. Ну да. Подобрали этого мальчика. Ну не плачь, папка вернется. Привели в дом. Записка в кармане. Этого мальчика звать Леня. И кто его сохранит, получит награду. Ну по селу, немцы стоят в селе. Пошел слух, приходит староста. А что это за мальчик? Я слышал, какого-то мальчика вы приобрели. А ну иди сюда. Ну, может, оно нехорошо говорит, но я скажу. Снял штанишки и определил. А, так это еврейчик. Я его сдам немцам. Я получу, ну, выпивку, магреч, или как они говорят эти. Значит, у меня будет награда. Ну, в смысле, какой награда? Евреев-то уничтожали, правда? Евреев преследовали. А София, баба ваша, она самая старшая была, хотя осталась уже вдовой, она говорит, Семен, только попробуй заявить.
ти получиш прокляття від Бога. Ти будеш проклятий. І він: «Да ну тебя, штундістка, да ну тебя!» Начал плеваться і ушов. І так і не видав. Ну, я забігаю наперед, время біжит, мене подгоняє. Ніл, в 42-му году, сколько йому було? 7 лет, 35. Берет этого мальчика, вместе идут, пасут коровы с ребятишками. Дина, ты не знала эту историю? Да? А я запомнил, мама. Я Нила даже спрашивал однажды. Этого мальчика Леня сдали. Ну, прошли годы, кончилась война. Где-то в 46-м году опять подъезжает подвода, но на ней уже сидит офицер. Советский. Немцев погнали. И он подъезжает и у соседей спрашивает: здесь сбросили в начале войны мальчика. Где он есть? Соседи говорят: ну, там штурм живет. А когда немцы приходили в дом, был плакат на стене по-украински: «Бог я любовь». И когда собирались одни женщины и старики, то немцы, когда вошли: «О, это Евангелиш, Евангелиш», вооруженные разворачивались и уходили, потому что это верующие собирались. Ну, и соседи сказали: вон тот дом, там штунды живут. Они его подобрали, этого мальчика. Он приходит, говорит: в таком-то году осенью сбросили. Ну, София, тетка моя, ваша баба, моя мама. Говорят: да, он с нами. А где он? А с Нилом поле коровы пасут. Ну и тетка, она с 13-го года, мама с 26-го, говорит: Мария, моей мате, беги и приведи Леню, скажи, что папка вернулся. Ну и представляете, мама моя пошла, побежала, сказала: Леня, папка вернулся. Он как сорвется. Вот представьте себе, какая это была радость, правда? Какая это была радость, прибежал, обнялись, радость. Какая будет радость на небесах, Николай Николаевич напоминал сегодня, согласно Писанию. Братья и сестры, одно, это не критика. Здесь напоминалось, как Нил любил Писание. Вы знаете, если прошла неделя, на протяжении недели мы не заглянули в Евангелие, в Священное Писание, ни разу. Я не хочу говорить, дайте себе отчет. Какой вы, какая вы христианка, христианин. А ведь Христос сказал: исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют что? Обо мне. Братья и сестры, будем благословенны. Давайте себя заставлять. Я не хочу сказать, люди, которые вообще от уверования забыли, что такое Евангелие. Ну, по обычаю в собрание приходят. Да, довольны проповедниками. Но дома за всю жизнь Евангелие не прочли. Это кошмар, братья и сестры. Это страшно. Да не будем, не уподобимся мы этим людям. И, конечно, я, когда в воскресенье позвонили, у нас в церкви был праздник жатвы. Весело, прекрасно, все довольны, обед был, изобилие, а мне вечером Дина звонит, а часом раньше Руслана, двоюродная сестра, умер. Я: ну как умер? Полтора месяца, месяц я еще с ним по телефону говорил, ждал. 12 февраля, через 80 дней, ему исполнилось 85 лет. 70 лет при большей крепости 80. Я возвращаюсь и буду заканчивать, брат Николай. Поэтому получили благословение, сохранили еврейского мальчика. И Бог благословил Нила. Он рассказывал, какую тяжелую службу он пронес в армии. Издевались, знали, что верующий. Вот. Но Бог благословил, даровал 8 деток, даровал это прекрасное наследие. 53 внука и правнука уже сколько денег? 16 или сколько? У нас на Украине кажут: святому роду немає перевода. Да благословит вас Бог.
Я благодарен, что дал мне Бог возможность. Сегодня самолетом прилетел с внуком. Ну, а завтра улетаю, еще побуду с вами. Будьте благословенны и славьте Бога за все. Аминь. Аминь. Еще я попрошу брата Анатолия сказать несколько слов. У меня есть на сердце, и мы уже будем заканчивать. Я уже не буду читать, хочу дать или сказать вам на память такие слова с Писания. Есть такие слова: межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Вы все говорили, что брат Нил любил читать слово, но вы одну вещь не упомянули. Я как-то читал одну заметку проповедника, и он там говорит, что: «Господи, дай мне не трепетать перед какими бедствиями, какими-то катаклизмами, дай мне сердцу моему трепетать перед Словом Твоим». И вот когда брат Нил посещал нашу церковь на преломление, мне пришлось проповедовать. И когда я читал, ничего не объясняя, читал Евангелие Иоанна, 19 главу. И когда я посмотрел в зал, я увидел глаза брата Нила. Они наполнились слезами, а уста говорят: «Слава тебе, Спаситель! Слава тебе, Спаситель!» Я понял, что сердце брата Нила трепетало перед Словом Божиим. Да поможет всем нам Господь трепетать не перед событиями или какими-то наводнениями, катаклизмами, а трепетать перед Словом Божиим. Пусть Господь поддержит вас в эту минуту и да благословит всех вас Господь. Мы подошли к концу этого богослужения. Завтра в 10 утра, если можно, высветите адрес: на Trinity Memorial Gardens, 12609 Memorial Drive, Newport Ричи. Многие, ну, мы все знаем это кладбище. Там будет похоронное служение, там будет погребение тела нашего брата. Мы всех приглашаем, кто может, проводить последний путь нашего дорогого брата и поддержать родственников. В 10 часов, пожалуйста, придите вовремя, чтобы мы могли начать вовремя, потому что там особенно на кладбище все должно начаться вовремя, закончиться вовремя. Мы знаем это. Благодарность всем вам, что вы пришли сегодня разделить печаль, поддержать своим присутствием, финансами, добрым словом. Мы будем подходить уже в заключительную часть, когда мы будем прощаться с телом нашего брата Нила Ивановича. И будет проходить это так: вот именно с этой стороны, против часовой стрелки, оттуда начнется. И вот так будем проходить по выходу и выходить на улицу и ехать домой. Давайте мы встанем, помолимся, чтобы Господь благословил еще раз сердца родственников и завтрашнее служение. И поблагодарим Господа за это служение. Молимся. Слава тебе, Господь, за этот благословенный час, когда мы собираемся, как дети твои. Боже, мы разделяем печали друг друга, хлеб печали, Господь. Мы разделяем и радости, и мы, Господи, наследники Твоего Царства, где мы будем разделять Твое наследство с Тобою, Господь, и друг с другом будем петь, воспевать Тебя, как сегодня, Господи, мы служили Тебе. Благодарность Тебе за эти свидетельства о нашем дорогом брате. Мы видим
В этом руку Твою мы видим силу Слова Твоего и Духа Святого. Боже, дай нам подражать, Господи, Ему. Дай нам быть, Господи, до конца верными, как Он был верным, чтобы и нам переходить в вечность таким же образом, как Ты сказал, что праведники доживут до глубокой старости, и как снопы будут, Господи, взяты. Господи, благослови, чтобы это, Господи, было с каждым из нас. Благослови завтрашнее служение, благослови, Господи, те слова, которые будут там звучать, пение, Господи, еще свидетельство. Пусть во всем прославится Твое имя. А мы благодарны Тебе за Твою совершенную любовь, которую мы ощущаем здесь, за эти драгоценные слова, которые были сказаны. Написано, живой приложит к сердцу. Дай нам приложить сегодня то, что было сказано, к своему сердцу, чтобы нам, Господи, наследовать, Господи, со всеми святыми, со всем Твоим народом жизнь вечную. Распусти нас с миром, благослови родственников, дай утешение, Господи, Твое утешение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Пожалуйста, начиная отсюда, можете идти вот так проходиться, прощаться с телом, подойти к родственникам и по тому выходу откройте двери там, чтобы можно было уже выйти. Будьте благословенны. И песен посвящается матерям, тем, кто множество зим и весен отдает в этой жизни нам. Но ведь есть еще очень важный, дорогой для нас человек, кто участвует в жизни нашей, его имя простое – Отец. Он идет с нами в жизни рядом, охраняя нас сон и покой, придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов к нам на помощь прийти, чтоб, используя свой опыт жизни, от ошибок детей защитить. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. Часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко.
мы чуть посидели, и морщинки легли на лицо. Но все так же ты сильный и смелый, остаешься мне нужным отцом. И все та же уверенность взгляда придает мне стабильность везде. Знать, что папа есть в жизни рядом, это знать будет помощь в беде. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Ты жизненный груз порою несешь на своих плечах, и сильной своей рукою ты держишь родной очаг. Ты жизненный груз порою несешь на своих плечах, и сильной своей рукою